SLHL – мезококтейль для восстановления роста волос. Коктейль содержит активные ингредиенты, которые улучшают микроциркуляцию крови в зоне волосяных фолликулов, насыщают волос необходимыми питательными веществами, способствует замедлению выпадения волос, улучшению структуры и усилению их роста. Состав. Вода для инъекций, 5% гиалуроновая кислота, экстракт гинка, кальций, железо, цинк, магний, пантенол, органический силикон. Показания. Очаговая, андрогенная, диффузная алопеция, интенсивное выпадение волос в послеродовом периоде, постстрессовая травматическая алопеция, укрепление волос после трансплантации, восстановление роста волос после пластических операций, выпадение волос, гормональное или наследственное, перхоть, зуд кожи головы. Техника введения. Напаж, вколы, папулы. Вводится препарат интрадермально. Интервал между вколами 1 см. А также введение препарата возможно при помощи метода электропорации и под мезороллер. Рекомендованный размер игл 30G 0,3 на 4 мм. 32G 0,23 на 4 мм. Рекомендуемый курс 8-10 процедур с интервалом 7-10 дней. Рекомендованная поддерживающая терапия каждые 1-1,5 месяца.